Давай, сели. Делали с первых секунд каждый за каждого все 90 минут. Работать, помогать, за партнера бежать, отрабатывать. Каждую секунду быть помощью друг другу на футбольном поле. Один за всех и все за одного. И на словах, а на деле. Сразу борьба и на борьбу жестко. И на судью не обращать внимания. Только на себя ориентируйся. Жесткое тело, тело прям втыкаться. Стальной дух, холодная голова. Давай, подумай о хорошем. Давай, пока! То есть не уходите из створа, то есть они растаскивают вас, поэтому да. Окей? Все. Если бы ничего не взяла, то с собой. Если она тут тебя догонит, то сразу тебе запеют. Будем надеяться, что она не тянет. Давай все вместе. Славься, страна, мы гордимся тобой. Давай, девочки. Защитника строже и иногда даже чуть глубину давайте заранее по открытому мячу, чуть глубину давайте, чтобы не давать им зазор. Чтобы просто первый мяч играть в лед, так будет проще, чем и уже играть в прием, а потом догонять на скорость. Танюль, то же самое. Есть возможность, ходишь, включать все как есть. В оборону, терпим, спокойно, шагом, в паузу, доходим к Маше, структуру, вдвоем встаем и работаем. Подборы, забирать подборы, важен второй мяч. Забьем. Мы сильные, вот здесь сила духа, мы Россия. Терпеть, работать за себя, за всех, за страну. Все получится. Я верю, будет все хорошо. Я вас уверен.
работать, терпеть и работать, но движение не останавливается. В движении не останавливается каждую секунду друг за другом. Тяжело выйдут те, кто вам помогут, есть еще резерв. Окей? Терпеть, еще много работы. Сейчас сделаем замену, перестроимся. Заха отдыхает, Уда отдыхает и Машуня отдыхает. Осечек, перейдешь налево, Сёма, опустишься справа. Thank you.
давай. Приходите, бесплатно. Стой, стой. Это просто, это... Thank you. Да! Так и надо. Давайте будем реально потом плакать. Пожалуйста, будь, да. Я тоже буду. С учетом всех условий, наверное, скажу, что мы большие молодцы, Инечка. Терпели, характер. Было тяжело, местами очень тяжело, местами даже блевать хотелось. Но это спорт. Только так и никак иначе. Так становится первыми, так становится лучше. Благодарен каждый, сегодня дотерпели, старались. Все понимаю, ни сил, ни эмоций. Ни замен, ни резервов. Но внутри себя все нашли, все, что нужно. Дотерпели, доработали. Анют, я знал, что мы забьем. Это характер. Это дух. Это раз. Поэтому каждый из вас у нас отдельности. Весь став, всем, кто были здесь с нами, все, кто работал в одной команде, всем большое спасибо. Это было круто.